Three-Way Model Camp – это один из самых ярких моментов в жизни участниц и участников проекта. Это тот большой шаг, который начинающие модели сделали на пути к своему успеху в модельной карьере. И с каждым днем, с каждым часом и каждым маленьким действием они становятся все ближе и ближе к своей мечте. Но только один из них получит главный приз на проекте. Доброе утро третьего финального дня модельного кемпа для участников начинается с подъема в 5:30 утра, завтрака и макияжа. Сегодня модели ждет самое яркое, захватывающее и самое важное испытание на проекте. Но об этом мы расскажем чуть позже. А пока узнаем у моделей, как у них настрой. Настрой вообще боевой, я готова, уже жду, когда все будет. У нас тут такая атмосфера, мы сразу все взбодрились. Много работы. Очень много. Моделинг – это эксперименты. На что готовы пойти участники проекта ради съемки или показа? Мы предложили им три варианта. Побриться налысо, фотосессия с пауком на лице или съесть что-нибудь неприятное на вкус в кадре. Налысо. Ну, не исключено. Если что-то, да, интересное, какое-то предложение будет, то можно подумать над этим. Так, ну паука я бы точно себе на лицо не поставила. А вот на холоде постоять – то да. А что делать, если ни на что не готова? Пауки-то страх страшный. Ну, может быть, на лысо, кстати, вполне. С париков много крутых. Сегодня стилистам проекта дали задание посложнее. Нюты гладкие хвосты остались в прошлом выпуске. Сегодня макияж у девушек должен быть ярким и необычным, а волосы уложены в красивые вьющиеся локоны. Поэтому здесь творческим людям есть куда размахнуться. Мы сейчас подчеркиваем глаза за счет двух цветов. Вот модели очень зеленый цвет подходит в сочетании с коричневым. Третий съемочный день, и я приготовила со своей командой им сюрприз. Их будет ждать вертолетная площадка и испытания леопардами и пумой. И они даже не представляют, с кем они еще увидятся. Поэтому мы выезжаем из гостиницы и прямиком на съемку. Пожелайте нам удачи! Вообще сегодня встали в 5 утра, приехало огромное количество визажистов, стилистов потом, и красились, так здорово, все так мило общались, вообще организация очень хорошая, все очень здорово, все классно, всем все нравится. Ну вообще макияж мне делали долго, он мне очень понравился, а с платьем были трудности, потому что маленького размера, ну это, наверное, 5-е или 6-е платье. Сегодня модели проекта ждет финальное и экстремальное испытание. На фоне брендированного вертолета модели будут позировать для фотографов проекта с дикими животными, а самые яркие, которых заметят звездные жюри, получат специальные призы. Кто сегодня будет оценивать фотографии модели, вы узнаете совсем скоро. На съемочной площадке для модели мы приготовили сюрприз. Это брендированный вертолет Mary Way, дымовую пушку. Ну и, конечно же, сейчас скоро, уже с минуты на минуту приедут леопарды. Пойдем посмотрим, как наши модели готовятся к модной фэшн-съемке. Ой, какая шикарная. Слушай, у тебя наверх есть что-то? Наверх надень, чтобы ты не замерзла. Потом это... Нет, это мало. Мало. Ты заболеешь иначе. Возьми, пожалуйста, да, плащ. Пожалуйста, все надевайте сверху образов какой-то. Либо плащ, либо куртку, либо что-то теплое. Потому что вы можете по сегодняшней съемке заболеть. И завтра у нас будет финальный день, финальное награждение. Поэтому, пожалуйста, заботимся о здоровье. Хорошо? Моделям проекта не страшен ни снег, ни зной, как говорится. Они готовы работать весь день, несмотря на пасмурную погоду.
году, и все ради шикарных кадров и главного приза. Девушки и парни уже готовы и ждут своего первого напарника Ягуара, с которым снимки будут еще жарче. Только что прошли съемки с леопардом. Эмоции просто зашкаливают. Особенно, когда хвостик у меня задел по ноге. На самом деле, очень перехватывало прямо дух. Было страшно, но вообще здорово. Мне очень понравилось, безумно. На самом деле, у меня страха не было. И даже получилось близко к ней подойти. В принципе, здесь крутая атмосфера, необычная, вертолет, кошечки, такая нежаркая погода, ветер, очень круто. О, это было незабываемое ощущение на самом деле, вот. Но с животным как-то сразу в контакт вошли, вот. И мне безумно это понравилось, это безумное ощущение, вот, что оно само движется, и в этот момент нужно уловить и поймать, и делать при этом какой-то кадр. С искрами в глазах девушки и парни позируют рядом с вертолетом и дикими животными. Каждый из них ловит свое настроение и входит в образ по-своему. На то, чтобы сделать шикарные кадры, моделям дается всего 2-3 минуты. За это время нужно не только настроить себя, передать свое настроение и встать в определенную модельную позу, но и поладить с Ягуаром. И без сомнения все модели справляются на ура. Мандраж после кота. Он бомбический. Пал прям мне на ноги. Так неожиданно было. Казалось, что тебя уже едят. Уже доедают твою ногу. Ощущения нереальные. Мне очень понравилось. Это очень необычно стоять рядом с хищным животным. Было очень волнующе. И мне очень понравилось. Эмоции прям грандиозные, яркие. Я не ожидал даже такого. Но я очень испугался сначала ягуара, но потом привык. В принципе, мне дали поводок, я его поводил, сказали не отпускать, я его держал крепко. Эмоции фееричные, но очень мало времени, конечно. Это кисло, хочется прям вот жамкать и жамкать. Финальное испытание пройдено. Модели справились с заданием, но кто покорит жюри своими фото, пока неизвестно. Сегодня оценивать работу модели будут самые топовые звезды России. Суперзвезда и икона стиля Сергей Зверев, а также самая популярная девушка нашей страны и дива российской эстрады. Уже догадались, о ком мы? Конечно же, речь идет об Ольге Бузовой, которой участники проекта очень сильно ждали. На самом деле, очень многие хотели увидеть именно кошек в формате пантеры и леопарда. И несмотря на то, что Ольга Бузова тоже кошка, так скажем, я бы очень хотела именно ее увидеть. То есть я на самом деле там с 7 лет вижу ее на телеэкранах и, скажем, даже не специально, наизусть знаю все ее песни. Увидеть ее, обнять, сфотографироваться. И хочется вживую познакомиться с человеком, да, который там супер много подписчиков. И она, по-моему, везде на ТВ сверкает, ее образ везде. И вот этот момент настал. На вертолетную площадку к потрясающим моделям проекта выходит она. Самая популярная девушка страны с многомиллионной армией поклонников и поклонниц, телеведущая, певица и просто дива Ольга Бузова. И, конечно же, любимый наставник, икона стиля, король гламура Сергей Зверев. Ольга, мы бы хотели услышать несколько слов, потому что мы все приехали ради того, чтобы услышать вашу историю, как вы поднимались, как вы добились таких больших успехов. Для наших моделей это очень важно, потому что многие из них приехали из разных городов, из Казани, из Уфы, из Краснодара, из Сочи, ради того, чтобы стать лучшими из лучших и доказать, что в любом возрасте можно выглядеть круто, эффектно и ярко. Поэтому несколько слов душевных мы бы хотели от вас услышать, если можно. Спасибо. Спасибо. Нужно. Я с огромным удовольствием. Я очень счастлива, что моя жизнь, мой путь очень многих вдохновляет. Потому что на самом деле еще лет 20 назад я представить не могла, что вы так внимательно будете меня слушать, и мои какие-то наставления, моя поддержка будут вдохновлять и давать веру в себя. На самом деле, самое главное во всей этой истории – это любить себя и поверить в себя. Стремитесь, не останавливайтесь, не останавливайтесь ни на секунду, ни на минуту, потому что с каждым из вас возможно все. Главное, конечно, трудиться. Не просто так ничего нам не дается. Иногда надо выгрызать
просто выгрызать. Звездные гости и наставники проекта вдохновили моделей своими сильными словами, а также зарядили модели невероятной энергией. И, конечно же, директор модельного агентства Мэри Вэй и основательница модного кемпа Мария Бабкина завершила речь наставников словами благодарности и поддержки. Огромное спасибо, то, что вы приехали, Ольга. То, что вы приехали, Сергей, вы меня очень вдохновляете. Мне всего 24 года, и когда-то я сама была маленькой девочкой из города Курчатова. Жила в общежитии с тараканами, училась на инженера, мастер спорта по плаванию, но всю жизнь мечтала стать моделью. И у меня получилось, и на самом деле мало кому рассказываю эту историю, но в 17 лет, когда я только переехала из Курчатова, я думала, если у меня получится стать моделью, если у меня все обязательно получится, я стану таким человеком, который будет помогать другим людям. И я поклялась и попросила Господа Бога, чтобы у меня все получилось. Сейчас мы стоим здесь и стоим в реально очень крутом проекте, потому что я все делаю на 300%. Стоим с лучшими звездами не только России, но и вообще всего мира, потому что я считаю, то, что это действительно признанные звезды, на которых нужно равняться. И мой собственный пример вам тоже доказывает, как и Ольгин пример, и пример Сергея, то, что даже не из богатой семьи, не из семьи, знаете, там, чиновников или мэров, можно действительно чего-то добиться. Добиваются только трудолюбием, огромным желанием и любовью к своему делу. Поэтому любите свое дело, кайфуйте, горите глазами, и у вас обязательно все получится. И, конечно же, Ольга Бузова не упустила шанс сфотографироваться с шикарной Пумой и своим примером показать, что ее фраза «никогда ничего не бойтесь, кайфуйте, жизнь одна» — это не просто слова. Членам жюри сейчас придется непросто, ведь по условиям испытания Ольга Бузова и Сергей Зверев должны отобрать лучшие фотомодели, которые имеют возможность получить приз и еще более экстремальные, чем фото с дикими животными, а именно полет на вертолете. Ну, все участницы, у них потрясающая энергетика. На самом деле видно, что не все они довольны своей жизнью и не все они счастливы. Это чувствуется. И очень здорово, что есть такие проекты, их много сейчас. На самом деле это очень круто, когда с помощью таких вот реалити-шоу, проектов, конкурсов люди, создатели этих проектов, помогают другим людям определиться, найти вектор по жизни. Что же, возможно, именно этот проект поможет моделям действительно найти себя и исполнить свои мечты. И именно сейчас может исполниться чья-то мечта. Но все решат голоса звездных жюри, и совсем скоро мы узнаем, кому достанется шикарный полет на вертолете над Москвой. Ну а пока время для шикарных фото со звездами. Ну а теперь время выбора лучших, по мнению жюри. Единственное, что я хочу сказать, по вчерашнему дню или по сегодняшнему дню для меня никакого значения не имеет. Для меня вы все супермодели, для меня вы все одинаково хороши, потому что этот такой проект, он подразумевает, что любой человек, живя в какой-то, не знаю, глубинке, в какой-то вообще как периферии, как говорят, да, не люблю это слово, тоже посмотрит и будет думать, что а почему и я тоже, да, я могу, и я хочу, и это. То есть это особенный проект. Вот у наши, кстати, победители, которые ну, в этот полет отправляются, видите, совершенно разные, И каждый человек, который будет смотреть эту программу, подумает, что ну а что, вот я хуже, что ли? Да, и тоже могу прийти на проект, и тоже могу полетать. Вот, всем желаю попасть на этот замечательный проект. Наш проект будет такой долгоиграющий. Мы так думаем, мечтаем о том, что он будет развиваться еще и еще на более высокие высоты и уровень, да?
Вот, и ждем вас всех. Итак, добрый путь. Добрый путь. Полетели? Полетели. Ты два раза, да, с парашютом прыгала? Да, я прыгала два раза с парашютом, но это совершенно другое. Это вообще, это какая-то прям сон, мне кажется. Завтра, мне кажется, я сойду с ума от счастья. Это самые лучшие американские горки. Да. Мне кажется, у меня следующая еще мечта появилась — научиться летать самой, как летчик на вертолете. Кстати, папа у меня был летчиком. У меня тоже папа летчик. Эти яркие эмоции точно останутся в памяти у участников проекта. Но все-таки самый главный момент – это подведение всех итогов и выбор победителя или победительницы проекта Marivay Model Camp, который состоится уже завтра. Модели проекта вернулись в отель и уже с предвкушением и волнением ждут этот день. Не волнительно все будет, как будет, да, если победит сильнейший. Абсолютно не представляю, что это будет, в каком формате вообще. Стараюсь находиться в моменте, не загоняться вообще. Но звезды, вертолет и дикие кошки – это еще не все, что могло порадовать участников в этот день. Одному из участников проекта уже сегодня крупно повезло. Ведь по возвращению после съемки в отель ему сделали первое коммерческое предложение в модельной карьере. Буквально 15 минут назад ко мне подошел наш менеджер и предложил первую в моей жизни, получается, съемку. Но я, честно говоря, пока ничего не могу сказать, так как буря эмоций. Во-первых, от той съемки, которая была сегодня, это с леопардами, с гепардами, с пантерами, во-первых, встреча с нашими звездами дорогими, что, я думаю, для каждого из нас явилось, ну, таким знаменательным событием. Вот, и для меня реально неожиданность, то, что ты подошла, сказала, будешь участвовать. Я говорю, ну, без малейшей даже степени тени сомнения, разумеется, буду. Сегодня действительно для моделей был насыщенный день. Но еще более волнительный момент их ждет завтра. Вот и настал тот день. И тот момент, когда в 11-м сезоне Marivay Model Camp появится новый победитель проекта. Кто это будет, мы узнаем совсем скоро. Модели уже ждут короны, подарки, ленточки и сертификаты. А также прекрасная Мария, которая уже не терпится назвать имя победителя или победительницы проекта. Ну что, хочу поблагодарить всех за этот проект Marivay Model Camp 11 сезон, который мы сделали на 300%. Я очень рада, то, что здесь находятся самые классные, самые лучшие из лучших. И я вами безумно горжусь, я вас очень люблю, я очень вас верю и знаю, то, что у вас обязательно все получится. Поэтому не останавливайтесь на достигнутом, получите заряд эмоций, идите вперед, ни на кого не оглядывайтесь. Ну а завистники, они будут всегда, и просто не обращайте на это внимания. Поэтому я вам желаю долгих лет жизни, удачи, счастья, красоты, и чтобы с вами всегда были те самые лучшие люди, которые вас будут окружать. Честь, да, хотела бы сказать не несколько, а очень много приятных слов. Вот, ну, у нас просто есть ограничения по времени, но я постараюсь быть краткой. Ну, во-первых, внешние данные. Но ты реально звезда, вот, ну ты реально бомба, ты так круто выглядишь, ты такая натуральная, ты такая естественная, ты такая свежая, такая живая. И на съемке вчера, вот честно, хотя я там всех люблю, но ты была вот одной из самых ярких. Ну и теперь самый главный и самый волнительный момент на проекте – объявление и награждение победителя или победительницы. Победителем Marivay Model Camp 11 сезон является барабанная дробь. Человек, который набрал самое большое количество зрительских голосов – Мамаева Екатерина! Ожидала. Я тебя поздравляю.
же главный приз – открытие недели моды в Москве в осенний сезон. Давайте поаплодируем. Честно говоря, до сих пор не верится. Это на самом деле это колоссальный труд моей семьи, моей мамы, моих родных и близких. И мне правда не верится. Меня поддержали очень многие в социальных сетях, делали посты, отправляли разные сообщения в чаты. И, честно, я думала, если я приеду без короны, меня просто скажут, ну, мы так старались. И я до сих пор, мне не верится, мне правда кажется, что это где-то во сне. Победитель выбран, и это значит, что Екатерина Мамаева откроет осеннюю неделю моды в Москве и сделает еще один огромный шаг к своему успеху в модельной карьере. Я безумно рада, что такие люди сегодня меня окружали, наши модели, наши звездочки, наши актеры, наши будущие ведущие, наша команда, которая все это сделала, и я очень благодарна каждому участнику за любовь к Мэри Вэй, за любовь к модельному бизнесу.